Впервые словосочетание «акция Бомбарбье» появилось в мае 2008 года. Целью проекта было оживить рынок на фоне общего кризиса и дать возможность туристам отдохнуть дешевле без потери качества продукта. Стартовала акция в 2009 году в феврале. Первая «Бомбарбье» называлась «Пятница 13-я» и состоялась 13 февраля 2009 года. Уже через час работы мы поняли, что проект себя оправдает. За 6 лет существования акции было проведено 189 «Бомбарбий», из них 10 «Мега-Бомбарбий». В систему было залито свыше 86 тысяч туров. По акциям «Бомбарбье» уже отдохнуло 42 514 туристов. Мы счастливы. Сегодня, в пятницу 13-е, акции «Бомбарбье» ровно 6 лет.